Скажет, спасибо спонсору этого видео, Базигу. Он предоставил. О, подкатил. Просто вот это вот реально некоторые стволы, это просто рофл. То есть ты стреляешь... Да, она сама наводится. А, прикольно, кстати. То есть получается, смотри, хитскан компенсируется тем, что пушка сама наводится. То есть мои проектайлы, они сами находят цель. Эйм. Ну, пистолет хитскан, пушка хитскан. Все, что стреляет. А это видишь, что уже прожектайлы вот летят. Но. Ой. Ой, видишь, убил. Мне кажется, сплитгейт и спринт получше. Тут истина, я затащу двоих. Знаешь, я вижу Хейла, я даже не знаю, что говорить, потому что я видел, наверное, все, что такое возможно. Вау. Не знаю, я даже не знаю, что думать про этот файт. Такая же херня. Просто вот тот, что я влетел, да? Максимум можешь просто поржать и все. Ты даже не можешь описать, что происходит, потому что тебе лень делать уже. Ты просто можешь сказать, что это Хейла, пацаны. Нужен ваш фидбэк. Во, смотрю. Ой-ой-ой, трипл? Какой нахер трипл? В голову попадаешь, ты такая в этой игре говно. Понимаешь, он нормальный, если ты стреляешь в голову. Я сказал это правда. Это нормально. Нет, для геймпадов это нормально. Да, и так сойдет. Эти одного со спины. Короче, я заметил, что если катка начинается не сначала, то звук ломается. Рассинхрон происходит, я да? Я только слышу, как он пердит только. Только слышу, как там кряхтят эти. Ух ты. Блин, вот это-то такая. Ну, бери свой скьюр. Не хочешь? Туда я возьму. О, блин, тут. О! Дилдометатель, блядь. Yes. Yes, Penetration прошел успешно. О, второй Penetration подряд. Просто себя убил. О, врыв с дробовиком. Ну-ка. That was awesome. Врыв с дробовиком. Два шота. О, oh, соус. Вау. Вот просто фланкуешь и сосешь писюн. Просто. Only in Halo. Ух.
Берем дробовик, еще раз проверяем, как он работает. Короче, то магнитится, то не магнитится. Любая непонятная ситуация, откидывай гранаты. Вау, просто надо стрелять в голову. Вау. Вау. Ты в любой непонятной ситуации кидай гранат. Мой говнище. Че говоришь? Лучшая игра. Игра, которая вернет Хейла туда, куда она пришла. Бля, можно? Можно. Милишка. О, хорош. Даже не пришлось напрягаться сам. Да, стреляешь в голову, ты такая очень приятный. Чувствуешь, понимаешь? Active camo available. Вот так вот, вот, вот магнетизм. Учитесь, сосунки. Скилл. Просто... Блядь, я что-то вахуюсь сейчас. Просто шутер, который... Сдефайнил поколение шутеров. Вообще не понимаю смысла ваших ковов, но кидай Хейла. Ну, Базик, знаешь, что пока тебя не было, я сделал 20 на 0. А Киряша нюклир набил моду Вулфа. Кто из вас круче, блядь? Не знаю. Мне кажется, в Хейла сложнее. Что-то мне подсказывает звездный ТТК. Тут тебя что же так убивает? Хотя что одно залупа, что другое залупа. Нет, ты не понимаешь, на гранаты откинул, все. Блять, дерьма купалась. Ебучий рот. Я ж нихуя не. Понятная ситуация, откину гранаты и убегаю. Я дал. Еще одна непонятная ситуация, я убегаю. Пацаны, я иду за тобой. А, он сам себя убил. Классно. Откинул гранату и пошел на нее. Вау, Рега. Да, задержка урона здесь вообще лютая. Просто, блин, замагнитил. Пусси Слэйер. Ам дик. Пинес. Найс кок. Осэм баллс. Я иду за дробовиком. Try not to die. Ну как, 4720p, прикольно. Идем, идем просто. Три шота надо, блять. Плохо, да? Три шота это прям вообще, блять, пиздец, это, блять. Можно родить за это время. Как же меня бесит.
Вот это магнетизм. Все как я люблю. О, всю жизнь был такой тиммейт на самом деле. Опа. Магнетизм, я призываю тебя. I'm fucking coming. Plasma grenades obtained. Просто я знаю, если кто-то будет играть в эту игру на ПК, блять, они будут играть с пистолетом, со снайперкой и с этим и с БРом. Или не играть. Не играть. Не, я говорю, если кто-то будет играть. Это просто возьмите патч. Смысл. Смысл играть на клавиатуре с мышкой в Halo. Может, потому что ты садомаза? Может, ты просто... Просто тебе играть? Просто фри-то-плейных игр больше нету? Может, у тебя просто есть друзья, которые посоветовали тебе? Кто он гей? Говорит, он такой, гей-секс. А ты такой, кстати, пизда. Разве что реально просто думаешь, что я перезаряжаюсь. Это жопа, это, блядь, что это было? Я же говорю, бля, непонятная ситуация, откидывай гранат. Не, ну мувмент мне прям нравится. Типа, не идеально, но он... Что? Хейла мувмент. Не, он, блядь, обычно как в Destiny. О, видишь, no scope. Не, типа, вот эти залазения, они еще... То есть, с четвертого... Что там? Блять, вот что-то было за хуйня. А? Что? Откуда? Что? Странная граната, кстати, очень была. Слышь? What the fuck? Бэкшот. Самое печальное, что с дробовика тебе надо три раза выстрелить. Три, блять, кар. Меня не, сука, слабили гранаты. Ладно, два. Но я не знаю, целый ли он был. Да, говно дробовик. Я лучше рукояточку брать. Сейчас просто экспериментирую с этой сборкой. Но в голову вести как бы можно, но прикол в том, что толку от этого, блять, нет. Толку от этого ноль, зеро, блять. Я не чувствую, что мой аим, блять, он как-то, но вознаграждается. Серия посылает нахуй. Тебя игра, блять, говорит, слышь ты. Знаешь, после спидгейта ты, наверное, это очень сильно чувствуешь. Я это очень сильно чувствую, потому что ни мобмент тут не нас награждает, нихуя, блядь. Нет, ты не понимаешь, что тактикульная игра, здесь надо это, блядь, стрелять 150 миллионов лет. Блядь, Юлю убил. Нет, нет, интересно, для кого здесь автомат сделан? Вот это... Да. Вау. Блин, он на... А, чуть-чуть спустился.
Поэтому бахну ему. That's a lot of damage. Ты бы еще левый отвались, а? Ну что, хедшоты? Ну что, просто по голове стрелять, понимаешь? Да нет, мне просто слева какая-то хуйня теперь. Да я сам с собой разговариваю. Просто даю офигенные... Не в ТТК дело. Я хочу записать этого чувака. Он такой веселый. Конечно.